Накануне стало известно, когда в крае пройдет юбилейный фестиваль «Дни алтайского сыра». В этом году в нем примут участие 15 ведущих предприятий молочной промышленности нашего региона. Фестиваль состоится в субботу 27 августа на площадке перед Краевым театром драмы. Алтайские производители представят здесь сыр и другие молочные продукты. Гости праздника смогут попробовать больше десятка сортов сыра – советский, голландский, зеленодольский, российский, витязь и многие другие. Также им расскажут об особенностях каждого вида сыра и познакомят с технологией их производства. Гостей ожидает концертно-развлекательная программа. Пока взрослые будут знакомиться с образцами продукции алтайских производителей, малышей займут аниматоры, профессор Облепишкин и его друзья. Анимационные герои расскажут маленьким гостям праздника о правильном питании и проведут познавательные эксперименты с вредными продуктами.